Супермаркет «Да» открылся по адресу Московская область, Одинцовский район, село Акулово, улица Центральная, 36А. Главное, что привлекает сюда покупателей, низкие цены при высоком качестве продукции. Кстати, в магазине есть собственная пекарня. Ежедневно здесь готовят более 30 видов хлебобулочных изделий. Итальянскую чиабатту с оливками, французские багеты, круассаны, пончики и другую вкусную выпечку выставляют на полке каждые 4 часа. Мы можем предложить по оптимальной цене и качеству весь ассортимент, который необходим для ежедневного использования. Нам удалось оптимизировать таким образом бизнес-процессы и эффективность труда сотрудников для того, чтобы перенять опыт европейских компаний и сделать вот такое уникальное предложение новых дискаунтеров. Наши покупатели экономят время, заходя в магазин, получая хороший выбор оптимальных продуктов, качественных, и достаточно быстро покупают их и получают от этого удовольствие. Ежедневно в магазин доставляют охлажденное мясо, колбасы, молочную продукцию, овощи и фрукты. Кроме продовольственных товаров, здесь можно приобрести косметику, бытовую химию, товары для животных, а также текстиль, посуду, бытовую технику и многое другое. Все, что составляет повседневную потребительскую корзину. Постоянно обновляемые интересные предложения, доступность расположения покупатели успели оценить. Живем рядышком. В Одинцове магазин в шаговой доступности. Все здесь дешево, чистенько, хорошо. Нам очень понравилось. Очень приедем еще раз и не раз. Мы только пришли, сейчас все обойдем. Но я думаю, что уже вид какой классный, современный, хороший. И вообще у нас здесь классный. Чисто, аккуратно, и цены хорошие. И даже пакетики для хлеба. Я советую приходить и этим магазином пользоваться. Мы рады, что у нас все около дома. На некоторые продукты значительная скидка по сравнению с другими. Вот, это больше. Ну, ассортимент очень широкий. Выпечка нам понравилась, прям вкусно очень. Вот. В целом все. Первый раз пришли посмотреть. Магазин работает ежедневно с 8 утра и до 10 вечера. Приглашаем за покупками по адресу Московская область, Одинцовский округ, село Акулово, улица Центральная, 36А. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».